Ну, Хора, не доставай. Че ты пристаешь к ней? Пошли. Ну, так мы гуляем. Тут темнота, ничего не видно, мои любимые. Ему тут вот собачка из какой-то... Блин. Ничего не вижу. Темнота. Друг молодежи. Да, Хора, не приставай к нему. Он же старенький, пошли. Зараза. Ху. А кто-то мне написал, в вашей деревне там даже нету охранников в магазине. И чё? И в смысле в нашей? Так она такая же наша, как и ваша. Наш дом там, где мы. А мы везде и нигде. Харита, куда ж ты меня приперла? Иди. Вот Харита, смотрите, родилась. Где? Где-то на юге. А живет почти в центре России. Или в центре, в самом. Так что все вот эти ваши, наши, ихние. Если они говорят ихние, мы идем к ним. А какая красота везде. В нашей деревне. В такой же, как и вашей. Все, ушла собачка. Ты уже еле дышишь, дурында.